Всем привет! В этом видео я покажу заполнение разворота в своем блокноте для прогулок. Я заполняю этот блокнот где угодно, только не дома. В этот раз я заполняю его в поезде. Летом я часто заполняла такой блокнот на улице во время прогулок, ну а осенью стала реже его заполнять, потому что меньше куда хожу и на улице уже холодно. Ну вот иногда находятся все-таки места, где его заполнить, например, в поезде. Вот в этой папке голубой у меня лежат всякие материалы, которые я ношу с собой. Там в основном всякие бумажки и наклейки. Я периодически добавляю что-то новое, потому что они убавляются. Ну и какие-то, если долго лежат, я заменяю на новые, чтобы было какое-то разнообразие. В этих коллажах я всегда стараюсь отразить момент, когда я их делаю. Но не всегда это, конечно, очевидно другим людям, потому что что-то это просто мои ассоциации, которые я в виде бумажек приклеиваю. Но иногда все вполне очевидно. Например, вот здесь вот есть картинка с поездом, потому что я еду в поезде. Не всегда эти коллажи получаются какие-то прям интересные и красивые, но главное, что они сохраняют какой-то момент, я потом могу пересмотреть и вспомнить. А чтобы еще лучше что-то вспомнить, я пишу на обороте каждого листа, где я нахожусь и что я там делаю. И у меня получается такой вот мини-дневник каких-то случайных моментов. Вот здесь, кстати, я решила наклейку одну заменить другой, потому что она, мне кажется, лучше здесь смотрится. Ну, а ту потом куда-нибудь другое место приклею. Я уже почти закончила. Вот сейчас добавлю последний элемент, такую наклейку с голубем. Ну и останется поставить дату. В этот раз ставлю штампиком, потому что он у меня был с собой. Ну, обычно пишу от руки, потому что не ношу этот штампик всегда с собой. Вот так, кстати, выглядит процесс съемки видео. А вот это финальное фото. Я всегда делаю фотографию этого блокнота в месте, где я его заполняю. Ну и в конце я переворачиваю страницу и пишу, где я сейчас, что я там делаю, ну и какие-то свои мысли, может быть, на этот счет. Вначале всегда пишу дату и время, чтобы потом знать, когда это было. Интересно, как скоро я заполню весь этот блокнот. Летний я заполнила довольно быстро. Но летом это было намного проще, потому что тепло, можно гулять и заполнять где-нибудь на улице. Что я, в общем-то, и делала очень часто. Ну, а здесь я просто показываю красивые кадры, похожие на кино. Потому что я люблю электрички. И сняла из окна поезда соседнюю электричку. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, оно было чем-нибудь полезно или интересно. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Всем пока!